Здравствуйте, друзья! Я Роман Головин. Сегодня хотел с вами поговорить о решении проблем в медитации. Отдельно, конечно, такой медитации не существует, но я для себя выделил, и я теперь ее буду называть решение проблем в медитации. То есть эта медитация, она направлена на концентрацию своих мыслей, то есть не остановку своего внутреннего диалога, а наоборот, на концентрацию своих мыслей. То есть, допустим, каждый человек, например, который выбирает себя, там, хочет он медитировать либо сидя, либо лежа, естественно, выбирает позу. Допустим, там вы выбрали лежа, там, да, расслабились, нашли время какое-то подходящее, когда вам хочется, да, и легли, начинаете расслабляться. И вместо того, чтобы мысли отгонять и останавливать, ни о чем не думать и концентрироваться на чем-то своем, чтобы открывать сверхспособность в данный момент, вы наоборот расслабляетесь и позволяете мыслям течь во все стороны. Да? И во время медитации вы концентрируетесь на каждой мысли. Неважно, откуда она идет. То есть она идет по поводу решения там, проблем с машиной, с домом, там, по работе, семейные проблемы. Там, все, что льется в голову, вы заостряете на этом внимание. Я вот в течение дня, как бы, да, и в медитации, иногда такие медитации тоже бывают, стараюсь уже записывать свои мысли, брать блокнотик, потому что буквально проходит несколько минут, они забываются, эти мысли. Эти мысли, они идут напрямую от наших создателей, от тех сущностей и учителей, которые за нас отвечают, и просто я беру и начинаю записывать. И потом те же лекции, которые я вам читаю, да, зачастую они просто спонтанно берутся, просто мысли в голову приходят и все. А иногда, когда специально начинаешь сидеть, так, что-то я хотел людям рассказать, интересно, что важно, и сидишь так, и думаешь так, вспоминаешь, и ничего не вспоминается. А вот такие спонтанные мысли, да, конечно, хорошо, когда еще у человека есть интуиция, да, опять же напомню, что интуиция может быть, а может и не быть, ее нельзя развить. Она либо в программе прописана, либо нет. Если ее нету, можно ее прописать. Там 10, 15, 20%. Если у человека она уже существует, можно ее добавить. Еще есть руна на правильное использование этой интуиции. Помимо того, что интуиция есть, многие люди не умеют ей пользоваться. И таким образом добавляется руна, которая, скажем так, делает так, чтобы человек распознавал эти правильные интуитивные мысли и мог их использовать. И когда есть интуиция, плюс еще эта медитация думающая, когда вы ложитесь и наоборот концентрируетесь на мысли, то есть эта медитация, она, ну, фактически вам ничего не дает. То есть вы не развиваетесь в плане там, духовного развития, как бы, а именно вы ваши, скажем так, какие-то моменты решаете. Будь то с программой, с вашей, может, какие-то мысли умные от ангела прийти, будь то с решением каких-либо проблем семейных и так далее, о которых я выше говорил. И сначала может тяжело быть, непонятно как бы, да, у кого-то хорошо будет получаться, у кого-то не очень, у кого-то вообще идеально просто, да. Вот я в последнее время прям вот мне нравится вот эта вещь, прямо я получаю удовольствие, когда приходит решение каких-то проблем, ну, в основном мне вот по работе там, да. И часто бывает так, что я что-то забыл хронически, да, и вот эти, вот я лежу, например, думаю, мне приходит мысль, так, забыл заплатить за телефон, забыл заплатить там за какой-то там сайт, там еще чего-то там. Я вспоминаю, что вот, если я сейчас не сделаю, там отключат что-то там и так далее. То есть бывают иногда моменты, когда забываешь просто. И вот начинаешь, так, надо это сделать, так, надо туда пойти. То есть даже, как знаете, такая энергетическая записная книжка. То есть она откручивается, и ты, а, все, вот я вспомнил, раз, раз, только надо сразу записывать, потому что я часто делаю, да, тоже лежу, лежу, лежу там во время, ну, обычной медитации, вдруг начинаешь расслабляться, и потекли мысли горой, текут, текут, а, все, да, 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 вот это надо решить, надо позвонить этому человеку, да, надо вот это вот поехать сделать, я забыл, я же полгода это не делал, надо вот это сделать. И сбивается медитация, потом начинаешь опять себя брать себя, так сказать, в руки, да, останавливать мысли, начинать дальше медитировать. То есть иногда такие вещи прерываются. Потому что они такие, знаете, более кайфовые. Когда все-таки останавливаешь мысли, это гораздо сложнее сделать, чем когда расслабляешься и прямо вот мысли заполняют в голову, причем эти мысли правильные.
о чем-то думаешь, там, то, что ты видел, что-то, то, что ты хочешь решить, там, или сами как-то мысли параллельные с того не все приходят в голову. Ну, вот, зачастую, да, у меня вот медитация обычная, она сочетается вот с такой думающей медитацией. По поводу того, что существует еще медитация, скажем так, динамическая, да, многие специалисты рассказывают про нее, это все обман. То, что человек ходит там, скажем так, и медитирует, это можно тоже отнести к разряду медитации, о которой я только что рассказывал, когда человек ходит. Когда вообще человек ходит, лучше мыслительные процессы в голове проходят. То есть это уже факт, доказанный учеными, сущностями. И есть медитация стоя, как бы, да. И если вот человек ходит, тоже можно сравнить, когда, скажем так, более правильные мысли в голову приходят. То есть мыслительные процессы улучшаются. Во-первых, и циркуляция улучшается, крови, да, там обмен ускоряется. И вот это движение, как-то, знаете, она немножко, ходьба, она человека такой в некий мини-транс вводит. И человеку легче сосредоточиться. Да, можете попробовать. Либо то, что я говорю, как бы в медитации сидя, либо лежа, кому как больше нравится. Расслабляешься, естественно, больше лежа. И вот ходячая такая, вот когда ходишь, тоже можно сосредоточиться. Особенно, когда не мешаешь. Не мешает никто там и так далее. Тишина, вообще это здорово. Я думаю, что вот эта вещь, она очень, очень интересна будет и очень-очень вам понадобится в жизни. Будут какие-то вопросы или там, скажем, когда вы начнете практиковаться, можете под этим видео писать свои комментарии, что получается, не получается, что удалось решить, понять, почувствовать и так далее. Это очень такие интересные моменты. И мы начинаем углубляться все глубже и глубже в наше познание, понимание, как все устроено, и скоро на моем канале будет все больше и больше интересных и таких глубоких видео появляться. Спасибо вам, удачи и всего доброго, до свидания.